Каждый севастополец, искренне любящий наш город, желающий ему процветания, должен принять участие в выборах. Вы знаете, после возвращения в Россию севастопольцы не раз показывали высокую гражданскую активность как на выборах местного значения, так и на уровне всей страны. И неравнодушие севастопольцев, умение открыто, честно, без боязни заявлять о своих правах, о своей позиции, о своем мнении, известно далеко за пределами нашей страны. И сегодня голос каждого севастопольца – это ваше заявление, это ваша позиция. Именно от вашего голоса зависит, каким путем, каким курсом пойдет развитие Севастополя. Будут ли и дальше ремонтироваться дороги, благоустраиваться скверы, парки, общественные пространства, дворовые территории. И если вам действительно дорог наш Севастополь, если вам не безразлична судьба ваших близких, у вас есть 3 дня, 11, 12 и 13 сентября, чтобы проголосовать. У каждого гражданина Российской Федерации есть право выбора. Давайте же воспользуемся своим правом и действительно не на словах, а на деле докажем, что мы искренне любим наш Севастополь и готовы активно участвовать в его судьбе.